Сегодня мы будем, вы не поверите, готовить чай. Для этого нам потребуется чайник, вода и немного свободного времени. Желательно использовать фильтрованную воду. Наполняете чайник. Дальше уже серьезно буду, без юмора рассказывать. Старайтесь не кипятить воды больше, чем вам нужно, иначе потратите много электроэнергии. Ставите его, закрываете, не забудьте включить утюг в розетку и подогреваете. Если вы готовите черный чай, то до 100 градусов. Вот пока готовится чай, точнее кипятится вода, мы возьмем стакан. И стакан... Что мы правильно сделаем? Либо насыпем чай, либо положим чайный пакетик. Есть секретная методика открывания этого пакетика. Старайтесь не оторвать находящийся внутри вот этот вот вот эту бумажку. Положите сюда чай и обмотайте вокруг ручки, например, чтобы потом не пить раствор этой этикетки. Вот у нас кипятится чай, потому что слишком много воды налили для одной кружки. Обращаю внимание, что некоторые старые чайники могут автоматически не отключаться. Вот, после того, как у вас чай вскипел, вы наливаете его в кружку. Вода вскипела, вы наливаете ее в кружку и желательно еще подождать несколько минут, чтобы чай заварился. Вот. Также рекомендую вам использовать, это сейчас в наше время редкость, блюдца. Старая русская народная традиция. Такие блюдца, например, в Ашане продаются за рублей 20. Вот. Используя такие блюдца, вы можете пить чай удобно, не обжигаясь. Приятного чаепития!